Приветик всем, с вами снова я, Марина, добро пожаловать на мой канал. И сегодня в своем видео я хочу рассказать вам о своих покупках и шопинге в магазине Primark. Это шикарный магазин, в котором очень-очень много красивых вещей для дома, одежда мужская, женская, детская, всякие штучки, декорации, постельное белье. Просто огромнейший выбор, какой только может быть. И какие плюсы я нахожу в этом магазине? Значит, качество шикарное, оригинальность, выбор и то, что такого магазина нету в нашем городе. К сожалению, 2 часа езды до него Франкфурт на Майне или Кёльн. И где-то выбираемся мы в этот магазин всего лишь раз в месяц. Но огромный плюс, потому что такие магазины, как H&M, C&A, они везде. И поэтому вероятность встретить кого-то в такой же одежде, как и у вас, будет просто обидно, неловко, ну, особо не порадует. А когда магазин находится далеко от вашего дома, вероятность встретить человека в той же одежде практически равна нулю. Поэтому это огромный плюс. Это стоит того, чтобы 2 часа ехать. Ну что ж, приступим. Первое, что я хочу показать, это такие вот домашние брючки. Брючки красного цвета стоили 5 евро. Оригинальные, красивые, модные и стильные. Что я хочу сказать, что дома выглядеть хочется модно, красиво. Но, например, мне нужно всегда смотреть на состав материала, чтобы он не электризовался, потому что у меня много животных. Кошечки и собака, и поэтому, если материал электризуется, много полистера, просто вы будете весь в шерсти и выглядеть будете не совсем аккуратно. Поэтому всегда приходится смотреть на состав материала. Еще хочу что отметить в магазине Primark. Многие люди жалуются, что качество не особенно после стирки. Но проблема в том, что люди не смотрят этикетки, как нужно эту вещь стирать. То есть при какой температуре, у немца все просто, запихнул все в машинку, она выстирает. Там, конечно, все сядет и полиняет. Поэтому, если соблюдать то, что написано на этикетке, с вашей вещью ничего не случится. Я брала там очень много вещей в этом магазине, и ни одна вещь не полиняла, не растянулась, и ничего плохого с ней просто не произошло. В общем, вот такие вот красивые. Следующее, что я хочу показать, это такой вот замечательный свитер с совой. Вот такая вот совушка, совушка-сова, снегирек. Сова на нем выполнена как аппликация из плотного флиса. Ну, а сам свитерок вязаный. Знаете, какой-то зимний, если погода не очень-то холодная, с жилеткой можно прогуляться по зимнему лесу, например. Ну, это я говорю, конечно, про здешнюю зиму, потому что здесь зима не такая, как в России. Здесь можно свободно порой отходить в одном свитере и в тонкой куртке. Ничего с вами не случится. Вот такой вот оригинальный свитер. К сожалению, магазин Primark, у него нет онлайн-магазина. Он не продает через интернет. Поэтому некоторые вещи купить совершенно нельзя через интернет, а некоторые можно купить на eBay. Именно на этот свитер я оставлю вам ссылки. Если вам он понравился, вы можете его приобрести. Следующее, это вот такой вот свитер с зайчиком. Такой пушистый мохнатый зайчик на сером свитере. Мечта каждого, я скажу вам, наверное. Ну, не знаю, это я так сужу по себе, скажем так. Когда я увидела первый раз этот свитер в интернете, он продавался на сайте с Великобритании. У него была такая зашкаливающая цена. Ну, просто нереальная для этого свитера цена. Но мне он так понравился, что я была готова выложить любые деньги, главное, чтобы у меня этот свитер был. Но, к сожалению, не было моего размера. И тогда еще не была знакома с магазином Primark, и мы случайно туда попали. И когда я увидела этот свитер по более низкой цене, я бегом побежала и купила его. Потому что это был свитер моей мечты. Потому что если человек собирается выложить любую сумму за свитер, значит, он его хочет. Ну, а если вы что-то хотите, значит, вы это получите. Так все случилось со мной. Я купила такой свитер. Радости моей не было предела.
но не один, а вот такой вот еще с котом. Очень замечательно в холодную зиму вот такой вот позитивный свитерок, который подарит вам кучу настроения и радости. Многие люди так спрашивают у меня: а чего ты, ты же вроде не ребенок, зачем тебе такое все с кисками, собачками? Да, товарищи, мне абсолютно все равно, что вы говорите. У меня, я в душе делю вещи и приоритеты какие-то свои таким образом: нравится или не нравится. Если мне нравится, то мне совершенно все равно, кто что думает. Я буду носить кисок, собачек, рыбок, зайчиков и все. Почему должна облачаться, допустим, в серую одежду для взрослых людей, если она меня не будет радовать? Это какой-то вообще странный вопрос, потому что люди, вещи должны радовать. Вы должны чувствовать в них себя уютно и радостно. Поэтому совершенно все равно, сколько вам лет. Если вас эти вещи радуют, значит, они вас радуют, значит, берите и совершенно не думайте вообще ни о ком и ни о чем. Следующее, что я хочу показать, это вот такая вот пижама. К сожалению, она мятая, потому что я еще ни разу не одевала, и она лежала как-то вся смятая. Ну, надеюсь, вы меня простите. Вот такая вот милая маечка и такие шортики с мопсиками. Вообще замечательно утром кофе пить, если, конечно, у вас тепло дома, или летом. В этой же пижаме можно и в сад выйти, и даже если кто-то пришел к вам в гости, рано утром, то не стыдно открыть дверь. А ссылочку именно на эту пижаму я оставлю вам. Такая пижама есть на сайтах магазинов eBay. На магазинах, на сайте eBay. Вот. Заговариваюсь. Следующее, что я хочу показать, это такая вот косметичка. Косметичка котик. Вот такой вот милый, смеющийся котик. Оригинальная, красивая. Не стыдно где-то достать или использовать просто для дома. У кого уж проблемы, как у некоторых моих подружек, которые постоянно интересуются, почему у меня все с котиками и собачками. А не серьезные женские вещи. Для меня это странно вообще все. Я живу так, как я хочу. И буду всегда так делать. И покупать все, что я хочу. И вам тоже советую это делать. Следующая вот такая вот косметичка Снупи. Когда я ее увидела, можно сказать, разум помутился, если честно. Только вот нарисованная собачка. Птичка и фотопринт зимнего леса. Увидела и сказала: must have. Мне нужна она. Я, конечно, еще не решила, что я там буду хранить, но мне она нужна. Кстати, в магазине Primark, там, когда заходишь, глаза разбегаются, и ты просто совершенно не знаешь, за что хвататься. Даже если заранее, я всегда составляю список того, что мне надо. Когда я туда захожу, все плывет перед глазами. Потому что в этом магазине меняется ассортимент очень часто. Если вы были неделю назад, через неделю вы приходите, там уже совершенно другие собачки-киски, которых у вас нет и которых вам хочется. И порой я возвращаюсь, возможно, с не совсем нужными мне вещицами. Но я никогда по поводу этого не печалюсь. Если я захотела купить, я куплю. Мне уже будет все равно. Но потом я их просто дарю кому-то. Дарю на дни рождения. Просто дарю, просто сделать человеку приятно. Поэтому, если я вижу что-то оригинальное, впоследствии мне это не особо как уж нужно, я всегда эту вещь подарю. Поэтому я покупаю всегда такие вещицы. Следующее, что я хочу показать, это такая вот панда. Это сумка для пижамы. Кстати, очень оригинально придумано. Вот такая вот пандочка с бантиком, да? Змеечка открывается. И вы туда ложите свою пижамку. Кстати, очень оригинально. Почему? Потому что проснулись, бросили или повесили. Ну, это я о себе говорю. Я не хочу никого обидеть. Я бросаю пижаму на стул. Приходит мой муж, там уже валяется пижама, он вешает свое.
потом еще кто-то свое, еще кто-то, и создается бардак на стуле. Если вы проснулись и положили свою пижамку вот в такую сумочку, она превращается на время дня в подушечку. И лежит красиво у вас на кровати, и не портит интерьер, наоборот, украшает его, и не создается никакого бардака. Вот такая вот милая панда. И в нагрузку к этой милой панде я купила масочку для сна. Я не уверена, конечно, что я ее буду использовать, потому что, ну, понятно, что это. Это, как бы можно даже сказать, детский вариант, но совсем уж детский. Но я ее купила просто от того, что она мне понравилась. А вообще было бы прикольно. У тех, у кого проблема без косметики, можно вот спать вот в такой маске. И ваш любимый, увидев вас, не напугается, если он видит вас первый раз. Это такой мега-совет от меня. Вам потом ее все равно нужно будет снять, но снять ее можно будет где-нибудь, где уже вы сможете накраситься. Следующее, что я хочу показать, это наборы носочков. Они идут по 3 штучки. Магазин Primark, он славится просто выбором носков, тапок. Он славится просто выбором носочков, тапок и всякого вот такой вот таких вот вещей. Первые носочки это вот такие со слоненком, а вторые с мопсом. Ну а в этот с мопсами. Полосатые, розовые. А здесь тоже большой слоник. Маленькие и полосатенькие тоже со слонятами. Стоят они тоже как-то недорого. И 3 пары. Качество хорошее. Красочные, кто любит такие вещи. Следующее, что я хочу показать, это вот свечки. В этом магазине очень много свечей. Разных ароматизированных. На любой цвет, вкус. Например, как это. Это зимний вариант. Она пахнет елочками, шишками. Какими-то и печеньями новогодними. Ну что хочу сказать. Конечно, дизайн шикарный. Пахнет она тоже вкусно. Но я бы вам посоветовала все-таки, прежде чем зажигать на долгое время свечку, сначала ее использовать, попробовать. Потому что у меня был такой случай. Я была здесь в гостях в Германии отмечать Рождество. И хозяйка квартиры, она зажгла ароматические свечи, которые, по ее мнению, подходили к этому празднику. Ну, это просто было нереально находиться в этой комнате. Просто. Меня мутило, качало, я постоянно выходила на воздух. То есть праздник у меня был испорчен. Поэтому, если вы к запахам как-то относитесь особенно, лучше сначала протестируйте. Или купите какие-то с минимальным таким вот запахом, который не будет настолько вам как-то неприятен. Следующее. Это вот такая вот свечечка. Такая вот шикарная баночка. Кстати, когда я расплачивалась на кассе в Праймарке, они мне сказали, эта девушка на кассе сказала, у вас такой вкус. Ну, потому что работники Праймарка, они настолько загружены, что они сами не посещают, не так часто посещают этот магазин. Посещают выходные или не всегда могут найти то, что другие люди покупают каждый день, и они видят какие-то вещицы на кассе, и потом, как однажды мы покупали куртку, и женщина сказала, ой, какая замечательная куртка, я такую же куплю своему ребенку после рабочего дня. То есть она даже не знала, что такие куртки в их магазине есть, потому что магазин действительно огромный и очень большой выбор. Еще в магазине, в этом Primark, очень большой выбор всяких бальзамов для губ. Причем все они идут вот в таких вот красивых коробочках, например, как этот с лисичкой. Запах персика. По-моему, украсит любую косметичку. Такой маленький-маленький аксессуар. Поэтому вот так. И напоследок я хотела бы показать вот такой вот шарфик, который я купила за 5 евро.
в магазине Primer. В принципе, в нем ничего такого особенного. Просто мне нравится цвет. И хотела бы сказать, что шарфов, платков должно быть много. Потому что если вы предпочитаете какой-то классический образ, и у вас не так много одежды, шарфик, платок, он просто это все исправит, дополнит ваш образ, и человек будет, который вас увидит, он будет думать, что у вас каждый раз новая одежда, новый вид. Кстати, я научилась завязывать этот шарф так интересно в последнее время, могу поделиться. Короткий конец, длинный конец. Длинным оборачиваем вокруг шеи. Потом берем конец длинного платка, конца этого шарфика, за длинный конец. Привязываем к короткому. И переворачиваем вот такой вот стороной. И прячем узелок. Мне, конечно, тяжело судить, потому что я без зеркала. Но, во всяком случае, по-моему, получилось неплохо. То есть, надеюсь, вы поняли, как это завязывается. Потому что я такого способа как бы не знала раньше. И показался он не оригинальным для байкерских курток, для кожаных курток. Ну, просто оригинальный, красивый. И последнее, что я хотела показать, это вот такая вот, такой вот свитер с вшитой в него фейковой блузой. Я тоже купила его в магазине Primark за 13 евро. Мне показалось это довольно-таки оригинальным, потому что если вы будете одевать рубашку под низ, она будет вас, возможно, утолщать. А здесь не нужно ничего под низ одевать. Поэтому мне показалась эта кофточка очень замечательной, я ее купила. Ну вот, в принципе, все, что я хотела рассказать о моих покупках и шопинге в магазине Primark. Надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал. До встречи! Друг после вчерашнего шопинга с женой заявил, что он осознал, что слово «платье» происходит от слова «платить». Да-да.